Бабись от мужинка, пусть сам отличит, кого хочет, себя или котов. Ясно? Что не разобраться до конца. Вы считаете, вы берете картинку, я взорвут ваши больным утубом. Не поверили? Я про утуб должна выкрики вести, блядь. 24 часа в сутки? Вы мне показываете скорую помощь, когда я выхожу в солнечный день, блядь, ебана. Вовремя, в дневное время. Я, значит, здоровье, я отвечаю, что я, блядь, тварь. Значит, закрою вам. Тварь, утуб и сам начальник утуба, начальник, даже пакистанец, будет с вами судиться, не я. Так? Потом вы мне ставите машину полиции с апелляцией к моему зрению минус 8. Вы считаете меня, я буду себе рассказывать о ваших чаржах, блядь, запугивание. Мне эта поляна не устраивает. А что она просматривается и прослушивается, ясно? Что я даже не подойду близко, даже как с той скорой помощью, чтобы выяснить, что делать. Так не выяснится, надо с ОВД, всеми ОВД Москвы и даже Петербурга. Хотя Конституционный суд, понятно?